Многие покупатели давно ждали, когда могущественная Toyota выйдет на рынок электромобилей. Недавно японский производитель это сделал с кроссовером BZ4X, который занимает золотую серединку на рынке электромобилей по своей цене и размеру. Новый электрокар разработан совместно с компанией Subaru, которая продает свою версию под названием Solterra. Оба кроссовера оснащены либо одним электромотором, приводящим в движение передние колеса, либо двумя, приводящим в движение все четыре. Однако за полноприводную версию BZ4X нужно будет оплатить $2800, независимо от комплектации. Если говорить об обновлениях на 24-й модельный год, то модель получила улучшенную возможность быстрой зарядки в условиях низких температур и более богатое стандартное оборудование. Под полом электрокара лежит та же батарея емкостью 71,4 кВт, но она получила улучшенные характеристики прогрева в холодных условиях. В итоге время зарядки удалось сократить до 30% при температуре минус 10 градусов. Также производитель утверждает, что запас хода увеличен с 540 до 567 км. Все это благодаря автоматической активации режима ЭКО и оптимизации климат-контроля. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!